Украинские солдаты в Киевской области получили передышку вдали от линии фронта на время смены батальонов. Для них был организован концерт и прошла церемония награждения под председательством мэра Киева Виталия Кличко. Солдаты вернулись после 4-месячной ротации в Бахмутском районе. Ночью они зажгли костер в память о погибших товарищах. Багато хто відхрещується там від мобілізації, не хоче йти. Більшість тих, хто вже на фронті, вони вже другий рік. Тобто вже добровольців немає. І ці люди, які не вмотивовані їх забирати як мобілізацію, ну я не думаю, що вони вплинуть якось на це. Людей потрібно мотивувати. Саме головне в людях – це мотивація. В Бучі уличные художники США создают фрески о преступлениях российских войск в этом столичном пригороде. Посмотреть их работы пришли семьи погибших. Художники приехали, чтобы написать фрески на поврежденных зданиях по всей стране и создать документальный фильм об Украине и ее людях.